Ледоход по реке Обь накануне пересек границу Томской области и Югры. Сейчас он находится в Нижневартовске. По прогнозам, в четверг он будет в Сургуте. В районе нашего города вода продолжает прибывать. За сутки ее уровень поднялся на 40 сантиметров и сейчас составляет 3 метра 80 сантиметров. Паводковая ситуация на данный момент спокойная. Пришел и предварительный прогноз от гидрометеоцентра, который, впрочем, ничего хорошего не обещает. Уровень воды в реках Югры с большой долей вероятности будет на отметках прошлого года. Примерный уровень воды ожидаемый, как в прошлом году, плюс-минус 20 сантиметров. Может быть, прибыль, может быть, меньше, чем в прошлом году на 20 сантиметров. Это предварительно. Любое метеобюро конкретно 100% никто не может дать. 100% может только дать Всевышний.